Янис, привет. Расскажи о себе. Привет. Меня зовут Янис. Я с Греции. Я приехал сюда, можно сказать, полумертвый. Повредил себе левую ногу, правую, печень. Ничего целого на мне не было. Благодаря этой клинике, здешним врачам, я восстановился. Спасибо им большое. Здесь я как понял, самое нужное место, где можно вылечиться нормально. Денис, а мог бы ты рассказать немножко вот о том периоде жизни до нашего центра? Да? Ты вообще давно употребляешь наркотики? Употребляю я достаточно давно, да. С 17 лет, где-то 18 лет. А тебе сейчас сколько? 36. 36, да? Угу. И за это время, наверное, было много чего, да? Пока ты потеряно, много чего. Потеряно. А вот ты говоришь с ногой. Что случилось с тобой? На правой ноге у меня был тромбофлебит. Да. А на левой я отлежал себе нервит, как это так называется, по-моему. А отлежал ты имеешь в виду? Ну, укололся, уснул как-то на правую сторону, проснулся и не чувствовал ногу. Я наступил и упал. Ну, здесь мне восстановили, правая полностью прошла. Ну, левая тоже поправляется, уже практически не видно, что я хромаю. Понятно. Хорошо. С какими чувствами ты вообще вот узнал об этом центре, от кого? У меня три знакомых, друзья, которые были здесь в 2006 году. Которые вылечились нормально, до сих пор себя чувствуют. У них и семья, и дети, и свой бизнес, у них все благополучно. И они мне посоветовали, и я приехал сюда. Понятно. С какими ты чувствами ехал в центр? Можешь сейчас вспомнить? Ну, я решился сюда ехать, потому что у меня уже, я был уже на пороге смерти, мне уже... С настроем. С настроем, да. Потому что я уже покалечил себя страшно, уже невозможно было. Тупик был у меня. Понятно. Хорошо. Ну и как шел твой процесс реабилитации, лечения здесь, в центре? Процесс прошел благополучно. Я доволен. Ага. То есть ты получил то, что хотел, да? То, что хотел, и может и больше. Самое главное – здоровье. Тяги этой больше нету. Противно, когда... То есть этих мыслей о наркотиках в голове нет, да? Вообще нет. Встаешь утром, не появляется. Ничего абсолютно. Наоборот, вспоминать не хочу про это, потому что было очень много потеряно за эти годы. Но это был сплошной кошмар. И не хочется вспоминать про это. Понятно. Ты поправился, да, я смотрю? Поправился, да. Я сюда приехал, мне было уже 66 килограмм, сейчас мне уже 6 килограмм я набрал. Хорошо. С какими чувствами ты вот едешь сейчас домой? Что? Чувства у меня, я чувствую себя очень уверенным. Ну, все хорошо, я себя чувствую сильным, уверенным. Ну, что, как сказать, еще? Скажи, что за время лечения здесь, да, ты считаешь, наиболее тебе помогло? Ну, я как думаю, большую, все помогает здесь, на самом деле. Ну, большую часть, как я понимаю, вот сеансы и электрошок. Угу. На мне подействовали больше всего, помогли мне. Можно сказать, 60%. Ну, Виталий Иванович, тоже благодарю врачам, психологам, терапевтам. Ну, в основном вот это, сеансы, шоковая терапия, как мы говорим. Да. Хорошо. Получилось ли вот продумать, какие планы там, ну, такие вещи, как работа, как будешь проводить свободное время? Ну, с работой у меня проблем не будет. Потому что я работал,
Просто когда начал колоться, уже доверия не было, и уже меня отстранили от работы. Но сейчас меня уже ждут мои друзья, мои близкие, родственники, с которыми я работал. А чем ты занимался? Ну, я занимался строительными делами. А, ты строитель, ну, да? Знаю много чего делать, то, что касается строительных дел. И спортом заняться, создать семью первым долгом. И вести трезвый образ жизни, самое главное. Да. Пожить наконец-то, да? Пожить наконец-то, да, стать человеком. Чтобы на тебя не показывали пальцем, смотри там, наркоман, какой он стал там. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.